Меня зовут Саадла, я родился, вырос в Махачкале. За всех тех людей, которые ниже по странице Мрахач, столько приятных слов сказали мой адрес. Я практически никого не знаю, кто писал эти комментарии, но меня это очень сильно тронуло. Вот все то, что я хотел бы выразить вот в качестве благодарности всем тем, кто был в тот день на этом мероприятии, я все это выскажу Всевышнему, когда прибуду на эту священную землю, иншаллах, рахман. Приблизительно это похоже было, вот когда вот человек спит, его будят. Он проснулся, но до конца не понимает, что происходит. Просто у меня не было слов, у меня были одни эмоции. Я до последнего момента не понял, неужели это со мной. Я об этом даже откровенно скажу, я об этом не думал, на самом деле. По одной простой причине. Вся моя жизнь, вот весь мой смысл, это мой сын. Все как бы ради него, да, вот.